Если бы у меня был сын, ему 15 лет, что бы я сделал? Я бы своего сына, в первую очередь, устроил бы на работу. Официантом, в первую очередь. Молодежь хоть все и сразу. Они не смотрят, знаешь, на долгосрочную перспективу. Иногда ты думаешь, для чего все проходит, зачем свое время тратить? То есть время – это самое важное, можно сказать, инвестиции.